я дошла, и честно, даже вот прям, несмотря на такую погоду, дождик, вот вижу всех этих людей, и спасибо им огромное, какая-то радость сердца, что столько пришли поддержать, и с детьми даже. Спасибо всем огромное. Завтра будет суд у Насти? Да. Завтра у Ани суд. Ой, Настя. И у Маши, да, тоже. У Ани, я, да, так понимаю, что пока сведений нет во сколько, но он должен быть. Потому что везде уже пишут. У меня сейчас мама позвонила, говорит, на РБК показали, что следствие просит о замене на домашний арест, так как не нашло, так как уже все провели все следственные эксперименты и не нашли. Не нашли, что можно дальше. Ну, то есть не основания. Не нашли основания для содержания в СИЗО. Вы надеетесь на то, что ее завтра выпустят? Честно, пока я не услышу, что судья скажет это. Пока она не будет дома? Да, пока я ее не обниму. Есть, конечно, да, надежда. Уже какая-то эта надежда появилась, честно. Мы за вас очень болеем, мы тоже надеемся, да, что она, спасибо, завтра уже будет дома. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.